Друзья, всем здравствуйте, всем привет-привет, вы на канале Пиратская Жизнь, так все про мне, про мне. Так, ребяточки, у нас сегодня вкусный обед, куда же без него. Здесь какие у нас красивые вкусные сосиски с горчичным соусом, салатик, хлебушек и арбуз, ну и суп, конечно. В общем, всем приятного аппетита и хорошего настроения. Все, кушай. Я смотрю, что-то я боюсь, они испортятся, поэтому решил их это погреть, правильно? Правильно сделал? Правильно! Я подумаю. Так, все, чаек. Мы сейчас открыли новый лимонный сок. Блин, там такая дула. Прям льется так, оп, как масло льется. И все. Арбуз какой красивый. Налил. Так легко, кстати, порезался. Прям, ну ура. Так, есть наш хлебушек. У меня все не влезло, поэтому как-то так. Пожрать вкусно мы любим. Куда же без этого? Блин, жарко уже, кстати. Чувствуешь, да? Батареи, кстати, прям очень горячие стали. Что-то поначалу они были прям такие чуть тепленькие. Сейчас прям разогреваются. Телек сейчас протирал, он горячий, капец. На одной улице 8 градусов. Ну, солнце теплое. Очень. Надеюсь, весь снег, который выпал, растает. Сегодня последний день в гнидной буре. Да? Угу. У нас какой-то волосочек. Ты как-то почувствовал ее? Неа. Некоторые... Хотя, знаете, в комментариях я почувствовал. У многих крышу снесло. Если так смотреть, то да. А так? Это метил за весьмы люди. Ну они вообще по жизни не очень здоровые. А тогда. Некоторые люди подтверждают это. Да. В комментариях. Не горько. Это очередной этот. Чего? Очередной багет. Сыр. Там же один остался с луком. Он побольше, чем с луком. Не знаю. Просто я так нарезал, наверное. Вкусно. А все-таки без супа. В общем, как знаете, некоторые яичницу едят, сосиски. Не знаю, для меня вот прям на обед, а у нас обед, суп, в первую очередь. Это еще не еле распинала, еле растолкала. Спит просто, как сурок. Мне кажется, если бы я его не будила, он вообще не проснулся. Кормишь? Ага. Вот спит черепашка. Мне прям, знаешь, это хочется проверить, сколько ты проспишь, если тебя вообще не трогать, не будить. А, ну в туалет, да? Можешь проснуться все-таки. Могу. Позывы природы. А потом опять лечь. Ага. И главное, я его распинала. Он повернулся на другой бок. Я опять заснул. Я говорю, так, не пройдет. И все. Кто ж так будет-то? Ну, какие должны быть? Как черепашка. Колбаски. Что, нет? Не прокатит? Надо было раньше это делать. Я уже проснулся. Буду есть сам, да? Ну-ну.
Выспишься, покушай. Хорошо. А некоторые уже 6 утра встречают. Удивляюсь. Некоторые на работу собираются, а некоторые вот собираются на работу и встречают. Да. Удивительно. Спицы. Угу. Как там эти? Они не дремлят, они бдят. Свин, лаков-то это играли. Че? Все, не спишь ты. О России думаешь? О России думаешь. Угу. Что типа того, да? Вячеслав Венедиктович. Даже не думаешь. Да как же мне спать-то тут, да? Угу. Такое в стране. Что происходит, да. Так, аккуратней. Горчичка. А то будешь опять тут. Чахотку поднимешь. А детская? Ну, туда. Это не русская. Знаешь, что она позабористей. Значит, проснулся, вот есть что-то вообще неохота. Вот к вечеру, да, шурка какой-то просыпается. Вот. Утром, кавычка, что-то вообще неохота. Ну, сейчас арбуз поем. Вот арбуз хочу. Прям хочешь арбуза? Угу. Да. Ну, сардельчик, как чуть-чуть пивный меньше остался. Мне вкусно, вот эта горчичка, мне прям очень нравится. Она такая прям вкусненькая. Не сильно острая, но нормально. Сегодня он встал на весы после пельменей. Я думал, плюс 2 кг. Нифига, только еще меньше стал. Да-да-да. Худею. Ведьма. Девочки, худею с пельменей. Ведьма я, ведьма. Я ведьма, я худею с пельменей. Заразилась. Это меня. Так ты меня всю ночь кусал. Только проснусь, а он мне там... Наверное, подумал, что это ножка курочки, да? Большая. Угу. Ингушатинки. Сидит и грызет, грызет. Короче, я на арбуз. Всю ногу грызет, да? Вкусно. Охуенно. Ешь это, я не буду. Арбуз бы. Ты вчера не ешь? Я купил драгуши. Откушать. Я не дам ему пропасть. Пирамид какой. Сладенький. Кайфуля. Так, не знаю, что сегодня. А, кстати, надо что-нибудь сегодня приготовить. Это мы вчера все доели. Пример. А я ничего не достала. Хотела индейку достать. Или даже не достала. У меня грибы есть. Хотела сливку сделать. А я ее не достала. Торг нет. Ну их можешь купить. А что мне делать? Тем, что я не достала индейку. У тебя станет сейчас. Он быстро станет. Я надо 105-6. Минимум. Нифига. Пару часов. Надо тает. Точно не говядина. И что мне? Да, кстати, на батарею шить положить. Нет, так положи, все. Жарко.
Прям жарко становится. Надо достать. Пока помню. А то сейчас болтаем, опять забуду. Кусочки небольшой, по сути. Все. Достала. Теперь точно не забуду. Надеюсь, что растает. Ой, у меня там просто грибов осталось несколько штук. Вот, я хотела делать с грибами. Желательно в сливках. Что, надо письмо отправить? Куда еще стоит? Ну-ка. Заглянуть на огонек. Угу. Наташа? Не забудь. Кот. А что ты не ешь? Дурак. Вкусный вообще. Ну, как ты говорил, здесь сало ты съел. Посажу сейчас пол арбуза. Тарлетки. Тоже твои. А тут ты жаловался, что сардельки сильно дают, пожалуйста, кушай. Мясо не докладывают. Угу. Бедный там. Просто райское наслаждение арбузом. Как? Бухнуло? Чё? Лимонно. Да. Немножко бухнуло. Не переборщила? Офигенно. Я старалась аккуратно. Пол пузырька. Да. Ну там дырка как это. Как в этом. В масле. Да. Надо попробовать. Кисленькие. А это после арбуза. Да. А чай потом? Ты. Холодный арбуз, потом горячий чай. Контрасты. Ну, не знаю. Прям как пойди. Вообще. Девушка, хороший арбуз. Уже. Я уж не знаю про полезность, но вкусно. Кто любит арбуз, уже можно брать. Видите, второй день ем, пока еще живая. Чтобы показать их качество. Вечером даем. Под хаоса. Не. Вчера была интересная серия. Что там? Как-то мужик в Бразилии был. 40 дней орехи ел. Бразильские. Только ими питался. А потом ему плохо стало. Вообще без костей. Потом ему плохо стало. Да? Начали волосы выпадать. Там кожа отлазить. Ну как при лучевой болезни. И что в итоге? Отравился вот этими орехами. В бразильском орехе содержится селен в большом количестве. Если его очень много съесть, то он вызывает как облучение радиации. Ну, кстати, мне говорили, что много нельзя есть. Правда, по другим причинам. Вот и по этим тоже. Кстати, это на самом деле так. Да. Если я вчера поглядел, да, действительно так и есть.
Много есть нельзя, не только поэты, которые ты слышала, но и поэты тоже. Потому что селен – это радиоактивный металл. Ну, понятно. Арбуза много, можно? Иранского. Мы не засветимся. Может быть, и засветить. Опасно. На, бери. Ну, кстати, кофе немного. Мучу его у тебя, да? Арбузы. Это хуже. Чарашка на картине. И так далее. Все, любим, сейчас будем. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующем. Пока-пока.